чем концепция? Концепция очень простая. Если вы строитель и не видели, как мы строим башни Федерации, то вы не строитель, а говно. Вот в прямом смысле слова. Если вы занимаетесь рекламой, и вы не знаете, какие рекламные ходы мы придумываем, вы не рекламист, а вы... Сейчас, можно секундочку, девчонки? 2 секунды, пожалуйста. То вы... Вообще непонятно кто. Если вы... Неважно кто, управляющая компания, эксплуатирующая, компьютерщик, программист. То есть, если вы найдете профессию, которая не отображена у нас в нашем проекте, и она реально, и мы реально показываем самые крутые моменты, то значит вы обманываете, что вы занимаетесь этой профессией. У нас самые крутые врачи, самые крутые компьютерщики, дизайнеры. Девчонки! Дайте я на видео говорю, что же такое-то? А ну-ка забрать быстро отсюда, выкинуть его. Ой, смотри, а что это у вас тут делают? Так, все вот эти охладители, значит, брать офисы, заодно лично проверяешь. Тут жарко, ты чего? Температура воздуха, это важный момент, для мозга, для того, чтобы мозг работал, должна не превышать 21,5 градуса. После превышения 21,5 градуса КПД мозга падает, мозг перегревается. Поэтому, говорят, ноги должны быть в тепле, а голова в холоде. Все с офиса, со всего офиса завтра. Это важный момент реально. Берешь скобрикову и так далее, проходите. Я думаю, что ж такое? Они перегрели просто. Одевайтесь, значит, теплее, если понимаете. Значит, на цигун обязательно в порядке ходите вдвоем, девчонки, реально. Я прошу вас, пожалуйста, окей? Хорошо. Да? Обязательно в порядке, прямо вставляйте рабочие места и идете заниматься. Таким образом, какая бы профессия у вас не была, писателя, художника, каменщика, строителя, продавца, покупателя, и мы будем, вы у нас увидите, как покупать правильно квартиры, как продавать правильно квартиры, как покупать кирпич, как продавать кирпичи, укладывать кирпич и так далее. И если вы даете профессии, начиная от охранников, милиционеров и так далее, которые с нами не взаимодействуют, с меня книжка. Вот. С вами был Сергей Ильич Полонский и программа «Большой дом» Forever.